За 7 месяцев этого года на сочинских дорогах зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. В этих авариях 16 человек пострадали и двое погибли. В 12 случаях ДТП произошли по вине водителей автобусов. В рамках операции инспекторы госавтоинспекции проверяют рейсовые автобусы перед выходом на линию на южных и северных воротах города, стационарном посту Магри и посту ПСОУ. Особое внимание уделяют автобусам на междугородних и международных перевозках. За 7 месяцев этого года в отношении водителей составлено 516 административных материалов. Выявлено 208 фактов неисправностей, 47 автобусов с превышением уровня загрязняющих веществ в выбросах, 18 фактов управления автобусов с опасной неисправностью рулевого управления. Эксплуатацию такого транспорта тут же запрещали. 30 должностных лиц привлечено к ответственности за выпуск на линию неисправных автобусов. В отношении 57 водителей приняты меры административного наказания за нарушение режима труда и отдыха.